Поэтому, дорогие друзья, я с удовольствием приглашаю на эту сцену творческий вокальный коллектив Корейской Народной Демократической Республики из города Пхеньян. И первую песню они посвятят всем вам, поприветствуют вас, дорогие гости и жители города Владивостока, а также всех вас, участники фестиваля «Владивосток, Азия». Итак, встречаем песня «Приветствие» гости из Корейской Народной Демократической Республики. Следующую песню на нашей сцене – это женский дуэт «Поедем на алмазные горы». Корейская Народная Демократическая Республика. Субтитры сделал DimaTorzok.
раз ваши аплодисменты и благодарность нашим замечательным солисткам. Я хочу отметить, дорогие друзья, что все эти прекрасные девушки, послушайте внимательно, выпускницы хореографического училища, но вот еще и так замечательно, кроме того, двигаться, они умеют и петь.